Всем привет! Продолжаем обзор построек Frogjin. А перед началом видео прошу вас поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Это твои пушки. Мои? А. Колеса, как всегда, ты сделал сам. И это круто. Куда здесь можно проехать? А куда я могу зайти? В кабин. С другой стороны. А, тут же два места, я забыл. А что я тут включил? Поршни, они для чего? Чтобы не перевернулся. Сюда сядь. Будешь каменщиком. Каменщиком, понятно. В хорошем смысле. Лампочку, чтобы не темно было. О, а как это? На QE ковш, на... Нет, прикольно, лампочка за... светится. Так. За X вроде бы. Еще привязка. Нет. Хорошая. Вот. Я не помню, там какие-то кнопки. Я сейчас в чат напишу. Вот эти кнопки. Ну я вижу, мне показывается, какие кнопки надо нажимать на постройках. Вот так этот ковш может крутиться, а наверх есть, может подняться, интересно. Да, привязка очень хорошая. А вторая часть ковша, вот. Ковш QE. И еще есть вот это. Ну сейчас я подниму. Ну давай-ка я камень какой-нибудь покопаю. Сейчас. Стой, надо сделать вот такую платформу. Стой, смотри, я сейчас сам сделаю. Нет, давай камень. Удали все, вот эти удали блоки. Я каменщик. Все готово. Удаляем. Дерево-то убери. Сейчас попробую все это дело взять. Не уверен, что ты это поднимешь. Меня поднимешь. Да я камень не хочу, а не человека. Брысь. Я камень. Да не камень. Мне потом штраф дадут, уходи. Ухожу. Ну помоги мне, она не берется. Доживают, блоки доживают. Сейчас, я знаю, как их нужно сделать. Ты готов? Короче, камень я не достал, стой, остановись. Короче, я собрал целую кучу камня, типа, сам. Много камня. А, кстати, я могу тебя остановить, смотри. Не может. Я все равно еду. Куда мне выкладывать? Ай! Ты что? Эй! Можно? Камничек, одиночка. Отпусти, спасай меня. Да. Можешь заново загрузить? А то я так не хочу. Ок. А печеньку можно забрать? Интересно. Опусти-ка. Сейчас я буду охотиться на печеньку. Включи вот это, чтобы лампочка мигала. Ну, сам я поймать не смогу, так что мне придется воспользоваться хакерством. А, это я сейчас взяла. Сейчас, подожди. Попор. Ловим печеньку. Печенька словлена. Печеньку повесил. Самоубийство. Так, печенька есть. Все, я каменчик поймал печеньку. Нет, я печенечек. Я печенек. Ой, почему я так кручу? Давай, поехали вперед. Я не каменщик, я печенек. Как это слово говорится? Печеничный, что ли? Поехали. А можно-ка я попробую поуправлять? Так. А я. Ой, оно немного дрифтит тоже, а нет, не дрифтит. На, садись. Немного. Дрифтит. Можешь что-то поделать с этой печенькой, а мы поедем в гости вон в тот домик, который мы взорвали на Т-95. Бедный домик. Жалко его. Ой, куда он исчез? Печенька сопротивляется, подними печеньку. Печенька, вали. Ну, давай дальше. Дальше? Ну, дом. Я иду, дом. Я имею в виду постройку. Это что? Крон. Так, ну давай я посмотрю сзади. А, это может поближе, подальше. Типа еще там. Есть ЕТ. Еще может. Типа еще может. Во. Так, а что еще тут есть? З. Я могу поднять это все вверх, вниз. А вправо, влево как? Вверх, вниз. По кайфу. А вот. Прикольно. Я могу вот так поближе сделать. Могу взять и подальше сделать. Еще могу опустить, поднять. Ой, кто-то гарпун поставил. Кто гарпун вообще? Могу вращать по кругу,
поднять вверх и опустить вниз. Ну, эту постройку строил еще давно. Ну, это заметно. Так, сейчас я поближе. Ну, давай ты там садись, а я посмотрю за управлением. Так, тут, во-первых, есть поршни. Да. Садись-ка и этот, подними немножко вверх его. Да, обязательно было крышу ломать. А! Стой. Поднимай наверх. Сейчас. Наверх поднимай. Так, давай-ка. Сейчас я выйду из машины. Стой, пока не поднимай. Тут какие штуки нужны. Так, подними наверх его. Все, можно ехать уже. Все, больше не двигай. А теперь. Ой. Давай заново загрузи-ка. То оно. Уже не вернуть. Рассыпалась постройка. Фиксацию отключаем. Так. Да. Очень хорошая. Надо было наверх, наверное, поднять. Оно может ехать. Еще есть клавиша F для чего-то. Для отвода печенья. F харпун вроде так. Да, чтобы печенек можно было ловить. Ой, печенька сильнее грузовика. Печенька сильнее машины. А, подъемный кран не может сдвинуть с места печеньку. А печенька запросто подъемный кран двигает. Один шаг печеньки. Я похож на шутку. Что-то тут неправильно. Так, активируй поршни. Ой, а что с печенькой стало? Где физика? Крышу надо. Еще. Я поднял печеньку. Печенька. Ладно, все. Падай. Печенька потащила за собой это все. Ладно, давай-ка лучше дальше, а то сейчас эта печенька заберет к себе этот грузовик. Печенька. В следующих видео мы продолжим обзор построек Frogjin. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.